Сергей Уракин назначен на должность заместителя министра чуть больше месяца назад. Он курирует вопросы молодежной политики. В Анапу приехал, чтобы оценить, как идет работа в этом направлении и рассказать о новых приоритетах. Один из главных акцентов – информационная поддержка работающей молодежи. Успешные молодые люди, которые уже имеют свой бизнес. Сегодня люди, которые руководят большим количеством людей, создают рабочие места. В принципе, для них мы ничего не делаем. И вся наша работа, хорошо, то, что есть у нас эти центры, которые мы проводим в них акции, утренники, конкурсы и тому подобное. Но сегодня молодого человека, который занимается работой, имеет семью, становится, так сказать, на ноги, что мы для них делаем? И здесь, я считаю, в первую очередь нужно молодежь информировать хотя бы о том, что сегодня существует. На разных уровнях существует множество программ поддержки. Чтобы получать деньги из краевого или федерального бюджетов, нужно как минимум знать о такой возможности и грамотно составить заявку на участие. Так, на прошлой неделе в крае открылся новый молодежный центр. Даже взять пример Новороссийска. Ребята собрали 10 тысяч подписей, пришли к главе, на совете ему обозначили это, его доказали, создали проект. Глава выкупил в городе 1500 квадратных метров. 700 только квадратов – это рабочая зона, где коворкинг, где залы для различных там тренировок, для музыки, для танцев. Краевые специалисты в области молодежной политики будут помогать анапским коллегам правильно оформлять бумаги для получения грантов. Первая проверка их работы состоится в ближайшие дни. Губернатор выделил 5 миллионов рублей на поддержку молодежных социальных проектов. Конкурс пройдет уже в августе, и у Анапы есть шансы успешно в нем поучаствовать. Раньше и до сейчас говорят, будущее за молодежью. Нет уже будущего. Сегодня настоящее строит молодежь. Сегодня руководители – это молодые люди. И не говорить о том, что там, молодежь, я считаю, нужно сегодня для таких ребят тоже, о чем еще раз говорю, создавать условия. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа регион.